Второй серийный атомный ледокол покинул достроечную набережную Балтийского завода и уже выполняет ходовые испытания. В ближайшие 3 недели специалисты будут проверять работу механизмов и оборудования «Урала». Такое название получил второй по счету серийный ледокол, строящийся специалистами Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Запланирован комплекс испытаний, в том числе работа реакторной и паротурбинной установок, валопроводов и палубных механизмов, систем электродвижения. Специалисты также протестируют скорость и маневренность судна. Передача томохода заказчику «Атомфлоту» запланирована до конца года. Примечательно, что на борту «Урала» уже нанесено название порта приписки «Мурманск».